Всем привет, с вами Террасер и Демастер. И мы продолжаем проходить всякие невероятные карты, паркур-карты в Майнкрафте. Ты что дерешься, Демастер? Я типа на F5 вот так вот нажимаю, ты просто... Ага, потом один раз ударил, подошел, голову опустил, еще раз ударил, еще раз. Вот, Демастер, я молодец. Просто смотрю на тебя, ты рассказываешь, мне интересно, я такой смотрю, ну и ударяю до сих пор воздух, но ты появляешься перед воздухом, и, конечно же, я тебя ударяю. Да, просто мастер отговорок, вот просто мастер. Да, давай, так, продолжай. Ну что, смотри, у нас здесь с тобой как называется броссер... Что? Мы с тобой играем за охотников за головами. Смотри, сколько голов из этих поймал. Броссер ми, что ли, называется? Ого, охотники за головами? Да. Так, ладно, Shrekin World. В общем, карту мы ставили не сегодня, поэтому я забыл ее название, но вот здесь было написано, я так понимаю. Где? Так, вот стул, смотри, видишь стул? Стул, ну да, вижу. Ну что, поехали, start the game. Давай, запускай. О. Shrekin Parkour 2, вот как называется все-таки эта карта. Я вижу, кстати, сквозь тебя. Я вижу просто. О, залап. Лаборатория. О, смотри, мы летаем как быстро. Летаем? Да. Че, почему? Мы обычно ходим, Террасер. А у меня, смотри, как я быстро летаю. Просто по кругу. В порядке, Террасер. Так, а что за листочек? Магический документ какой-то. Рестарт мап, ТП-то лобби, ТП-то чекпоинт. Здесь есть еще что-то написано. А как нам начать? Надо разбираться, это магическая лаборатория. Вот, видишь, там что-то есть. А-а-а, лол. Жесть. А ты где, Террасер? А как ты телепортировался? Ё-моё, я нажал на... Ё-моё, куда Костя, я попал? Костя, как ты телепортировался? Я нажал на кнопочку снизу там. А у меня нет здесь кнопочек снизу. Ну, потыкай там, потыкай, ты, у тебя получится телепортироваться. Зажми так. Shift на оранжевой штуке, на оранжевом блоке зажми Shift. А, ничего себе! Иди сюда, Террасер. Жесть! Мы уменьшились, это магическая лаборатория. Это мы в Лего. Я секрет нашел, Так, какой секрет? It's no secret называется. О, все, мы теперь с тобой очень маленькие стали, понял? Да, мы вначале, вот точно. Знаешь, почему я сказал то, что это, мы летим быстро, передвигаемся? Ой, ё-моё. Потому что мне казалось, что мы где-то находимся сверху. Сверху каких-то блоков. Но это оказывается, мы просто были гигантами. Были гигантами, да. Так, а как здесь... Все верно, Террасер, а что там не можешь запрыгнуть? Вот, а, вот, получилось. Надо же. Хоп! Ай! А почему? Не понял, по розовым как лестнице, не понял этого прикола. А розовый может как лестница? Я пытался, но не получилось. Так, сейчас залезу. Хорошо, сюда. Хоп. Не, надо с разбега вот так вот, хоп. Так. Я бы не пытался залезть, но не получилось, Террасер. Ну да, что-то у меня тоже не получилось, я упал вниз. Как может, тогда это проходить? Туда нужно, может, здесь нужно не туда. Я вот здесь ресурс пака бы, конечно, посмотрел. Не, ну так будет нечестно, я думаю. Да. Хоп. Так, еще раз, давай я попробую. Не, он просто ТП не на держится. Меня. ТП на меня сделай. ТП на тебя, ТП, сейчас ТПшнемся. ТП. Надо мастер, отлично. Теперь я пробую. Теперь я пробую. Да, давай попробуй. Не, нифига. Так, нет, тоже не получается. Террасер. А как же нам забраться наверх здесь тогда? Здесь не так. Что здесь не так, Террасер? Так, ну почему у них оранжевый, в смысле розовый цвет? Не знаю. Что это может означать? И сверху, смотри, фиолетовая какая-то штуковина. Такие блоки есть в Майнкрафте, Террасер. Надо вспомнить блоки именно. Может, это вряд ли лестница, это блоки, скорее всего. С помощью которых могли бы подняться. Лианы бы какие-нибудь, наверное. Тут не лианы. Да, здесь не лианы. Сверху еще оранжевые, смотри, блоки. Может, нам надо каким-то образом увеличиться? Не, оранжевый — это телепорт. Ну, не так. Телепорт, ну да, увеличение-уменьшение. Так, вычитаю мануал. I'm using name because Joel Glick, my name original Minecraft. 16 chunks, a great render distance to setup. Не, ничего здесь, конечно же, не написано. Ничего не написано полезного. Надо разобраться, как работает эта штука. Может быть, нужно взять сейчас эффект прыжка, запрыгнуть сюда и потом еще выше залезть? Попробуй. Насколько он дается? Не, он сразу же исчезает. А, нет! Не-не-не, смотри, залез выше еще. Нифига, это паркурчик, Террасер. Я ТП-шнул. Ой. Я ТП-шнулся, я уже решил спрыгнуть, как ты. А, нет. Где нам придется заново паркур проходить? Два раза получается у меня только запрыгнуть, а дальше уже не получается. Ну, я думаю, что на одну секунду. Оп. Оп. Ну да. Видишь, у тебя тоже получилось до сюда залезть, а выше-то как? Ну, там мы нашли срез, ребят, мы нашли срез. Ну да, это такой небольшой... Как? Я не знаю. Ты бил по ней, что ли, сейчас?
Я просто зажал shift и, ну, ударял по ней, конечно, но это было, мне кажется, не связано. Так, ну-ка. Может быть, смысл в том, чтобы shift зажимать? Да, наверное. Может, если была бы обычная лестница Лиана, shift бы не нужно было зажимать. Здесь я зажал shift и сработало. Так, я думал, мне сейчас эффект дадут этот дальше. Так, ну. Ладно, ты пока поднимайся. Да, смотри, на shift нажимаем. Да, и вот, здесь, получается. Короче, следующий... О, погоди, я нашел секрет, должен его забрать раньше тебя. Жесть, а как ты догадался? Не знаю, просто подумал, я забрал секрет, и у меня уже два секрета, у тебя ноль. А, понял, то есть они такого, какого-то как партиклы. Да, как партиклы, беленькие такие, оп. Так. Оп. Ой-ой-ой-ой. А что оранжевый цвет дает? Night Vision, что ли? Или нет? Нет, оранжевый, я же тебе уже говорил. Оранжевый, фиолетовый. Ну так вот мы на нем были, он же цепляешься за него. Так, понял. А желтый цвет такой, желтоватый. Не знаю, вот надо разобраться, что он дает. Блин, прикольно, мы поднимаемся по каким-то из лего составляющим здесь. А ты куда пошел? Ты куда пошел дальше? Дальше? О, какая-то бумажка. Ай, я ее выкинул случайно. А ты куда пошел, Тарасар? Так куда там единственный путь наверх подниматься? А, да? Да. Взял, вот я Тарасара ждал. Так, ну, взял, я поднялся и решил посмотреть, что здесь куда дальше нужно. О, тут сундук. О, смотри, теперь мы стали опять большими. Нет, ты стал большим, а я еще не стал большим. Я ищу секретки здесь, ничего нет. Так, и секретки ты уже поискал, так что там я ничего не видел. Я тоже стал большим снова. Смотри, прикольно. Мы из больших маленьких превращаемся и наоборот. А, да, это крипер, да. Смотри-ка. Да, это крипер, я сразу увидел там его ноги. А, вон куда нам надо. Да, жесть, сюда. Вот это паркур необычный, я никогда такого не видел. Так, ну что, погнали? А, не, погодите, какая-то дверь еще есть. Так, жалко, я тебя не вижу большого размера, прикинь, было бы так забавно. Это было бы, конечно, очень жестко, мне кажется, но... Так, что эта штука делает? Кажется, ничего, красный... О-о-о-о, красная, понятно, что делает, на красный Тарасар не вставай, опасно. Так, случайно еще раз на нем прыгнул. Так, ну получается, нам необходимо забираться наверх. Да, мастер снова нашел секретку. Да. Так, а, вот, смотри, зеленые полы, которые нас должны подбрасывать наверх. Да, боже, не получается зацепиться. Так, я поднялся. Нет. Да, вот поднялся. Я поднялся. Ай-яй-яй, я свалился. Почему? Наверное, потому что слишком слабо задержался там. Ой, вы ж туда так не залезть. Значит, да, поэтому я на следующую залез. Ой, а здесь не дают эффект прыжочка. Так, блин, что я сваливаюсь? Интересно, потом посмотреть будет, что это за блоки такие. Я сейчас открою какую-то штуку. Open door. Так, я открыл дверь. Ты открыл дверь. О, почему я стал... мы можем летать, это типа показали нам, как это выглядит. Меня, кстати, тпшнули сюда. Да, раз... А, я тпшнули, видишь, я, можно сказать, прошел, вот я тпшнули, все нормально. Все, спрыгиваем вниз, теперь нам нужно, наверное, увеличиться и пройти дальше. Ай! Ой, жесть, чуть на красную не упал. Да, наверное. Ого, ну, тут целый класс. Так, побежали. прикольно. Компьютеры стоят здесь, стойка для зачарования, это для зельеварения. Да. Стоит там. Так, я пойду здесь поищу пока что где-нибудь секретки, может найду. Да, я Будет у меня хотя бы одна секретка. Я нашел еще одну секретку. Оп. Она, видимо, была не там, где я находился. Так, а у меня есть какие-то стулья. Есть какие-то стулья, по которым сразу же, очевидно, можно прокурить, поэтому я пойду сюда. О, здесь еще одна секретка. Так, а у меня здесь секреток никаких нет. Я тут пробежал, все посмотрел, но ничего не увидел. Ладно, полезу тогда дальше. Так, я нашел еще одну секретку. Как-то ты прям охотник за секретками сегодня. Да, охотник за секретками, да, мастер. Я, кстати, вернулся обратно. Вообще, по этим стульям можно вернуться обратно было, представляешь? Я просто случайно вернулся обратно, это было бесполезно. Но там, короче, если мы бы прошли бы маленькими челиками, то мы нашли бы секретку. А мы пошли бы большими, да? И если мы не вернулись обратно, то мы никогда бы не узнали, что там есть эта секретка. Понял. Так, здесь сундуки какие-то сверху, я хочу Открывай. Их облутать. Так, только надо сначала туда как-то добраться. Ой, я еще одну секретку вижу, только не знаю, как туда мне можно добраться. Сейчас, может, попробую как-нибудь. Так, здесь нет секреток. А где она была? Где-то здесь, по-моему. Здесь ноутбук стоит, мышка. Фига себе, ты зашел даже, куда поднялся? Наверх поднялся. А, во, секретка. Я бегу нашел? За ней. Нет, моя секретка. Тарасар, я был рядом. О, нифига, ноутбук. На ноутбуке прям секретку нашел. Ну да, прям на клавиатуре кто-то оставил секретку. А. Так, а здесь где-то вот
был, по-моему, сундучок. И куда нам здесь вообще нужно идти, интересно? Ну, разберемся сначала, нужно найти какой-то, не знаю, рычаг. Рычаг. Так, ну сейчас я попробую отсюда перебраться. А, закончился прыжочек у меня, к сожалению, ладно. Какое-то огромное мусорное ведро, если туда упасть, интересно, ты уже не выберешься, да, наверное, да. Ну можешь попробовать, если что, на меня тпшнешься. Я могу на чекпоинт еще тпшнуться, здесь же есть голубый чекпоинт. А, ну да. У нас же есть текстовый документ теперь. Можно использовать. Так, здесь выше не пробраться никак. Значит, будем дальше пытаться проходить. Ух ты, ё-моё. А здесь-то как подняться? Блин, мне не хватает здесь прыжка, чтобы подняться выше. Я просто туда не долетаю. Может быть, с одного на другого. О, еще одна секретка. Я бегу к тебе, секретка. Нет, Тарасар сейчас заберет секретку мою. Да мастер, ты секретку хочешь забрать. Ура, у меня две секретки. Забрал секретку еще одну. Оп. Так, а куда отсюда теперь? Блин, видишь там сундуки? Может это просто, чтобы нас затормозить? Сундуки находятся. Чтобы мы думали, что... Не знаю, не знаю. А, я забрал еще одну бумажку. Что написано? Entry 5. У меня есть Entry 1, Entry 5 есть еще. Теперь знаешь два кода. Написано. Только я не могу ее открыть почему-то. Первую бумагу я могу открыть, а пятую не могу. О, там еще одна я почти взял. Там еще какое-то золото было, так, и ведро. Надо вот отсюда опять подниматься. Наверное, нам все отсюда бумажки вот эти нужно все-таки собрать для того, чтобы потом что-то с ними сделать. Да, возможно, нужно их ввести в компьютер какой-то. Ну, может быть, кстати, да. Перфокарты. Перфокарты. О, еще одну взял. Ой, золотые самородки я взял. Там еще золотые самородки есть, так, да. Так, а куда делась у меня бумажка? Третья. А у меня пятая исчезла куда-то. А, наверное, просто я ее не взял. В этом, наверное, и был прикол. А я забрал пятую. Пятую, отлично. Она, главное, у меня появилась в инвентаре, а потом исчезла. Ну, Тарасарт называется «Не повезло». Так, сейчас мы еще одну с тобой здесь заберем. О, ведерко. У меня есть еще ведерко. Я забрал. Так, у меня есть четвертая теперь. Пятая. Пятая теперь у тебя. Так, четвертая. Да, пятая я читаю «The Braving Standard of the Hearst». Левитейшн ликвид. Ликвид. Можно сделать, короче, жидкость полета. А, жидкость полета. Но мы еще с тобой не нашли вторую, получается. Где-то здесь должна быть еще и вторая. Надо ее найти, Костя. Надо. У меня, кстати, найти, да. Ведро воды есть. Может быть, нам как раз для чего-то это и не, нужно. Не, ведро воды для приготовления зелья нужно будет нам с тобой, Тарасар. Так, ладно, тогда я его не буду тратить. Нигде выливать не буду. Поднимаемся тогда наверх, посмотрим, что там у нас еще есть. Где мы там еще не были. Хоть мы вроде здесь уже везде побывали. Все, смотрели, зельки. А, может, к вот этим зелькам, смотри, там наверху еще что-то есть, какие-то да, проходы. Да, нам нужно будет вообще... Так мы там туда улетим, понимаешь, Тарасар? Нам нужно будет в этой зельеварке сварить зелье левитации. Так, понял. Дай мне все листочки. Да. Ну, кроме своего основного. Так, все листочки. Я пока изучу Entry 1, Entry 3, Entry 4, Entry 5. Может быть здесь какие-то... А, я не могу... Hello, the wizard, my name is Professor Wayne. Here in Sherlock... так, dreams come some true. Короче, ваши мечты становятся реальностью. Dreams... Explosion Lab. Это была неинтересная надпись. Я здесь нашел еще одну. Вот, да, компьютеры могут быть использованы на написание каких-то документов. Так, а как это сделать? Здесь, может, нажать что-то на мышке надо? Так, ну погоди, но это, возможно, где просто компьютер использует написание этих документов. А, может быть. This bucket is used for filling up the cauldron. А, вот. Ну-ка, дай-ка мне ведро с водой, Тарасар. Так, а может быть нам нужно теперь увеличиваться в размерах и использовать его уже как бы по-нормальному, как обычные майнкрафтеры? Потом мы такого маленького размера мы не можем с тобой сейчас ничего сделать. Вот, сейчас я... The bucket used for filling up the cauldron we have the lab. Just grow to a normal big size and fill it up. Во, видишь, нам нужно увеличиться в размерах и потом воспользоваться как раз вот этой штуковиной. Так, здесь где-то была секретка. Не знаю, правда, как ее забрать. Так, ну я уже увеличился в размерах. Вот, я здесь. О, ты так появился, прикольно. Так, вот. Здесь нужно использовать. О, я налил воду, смотри, видишь? Так, вижу, водичка появилась. Так, теперь мы должны что-то с зельем сделать. Так, а что этот эффект? Ох ты, ё-моё. Я воду забрал, смотри, он как-то
Я воду налил, воду забрал. Сейчас, подожди, я вот сюда становлюсь. О, зеленая жидкость какая-то. Ты видишь там фиолетовая штуковина? Я на нее наступаю, и меняется почему-то вода. Или где? Это не... Не, так это потому что ты по нему лазить же можешь, ты не забывай, ТРСР. Это же штука, по которой можно лазить. Так, ну ладно. Так, погоди, что там у нас в черном документе написано? The bucket is used for feeding up the cauldron. Все, мы налили, да. We have the lab just grow to a normal. Big size and fill it up. Поднимитесь наверх. А может надо было с помощью воды подняться в эту зелеварку? Ладно, погнали, уменьшимся, заберем сюда, посмотрим, что получилось. Так, ну давай посмотрим. В эту водичку тогда прыгнем? Да, возможно, у нас все будет окей. Если нет, то, возможно, нужно, знаешь, как сделать? Нужно... сейчас я тебе объясню, как я это представляю. Нужно, получить взять воду, попробовать ее разливать, забраться наверх этой зельеварки. Вот, потом... и там уже вон в одном из этих зелий готово. Во, можно попробовать, так, конечно. Штука. И там наверху фиолетовая есть штука. О, это, да, зелье левитации, это тоже зелье левитации. О! Теперь нужно долететь. Долететь до, вот, до сюда, до этой зелеварки долететь. Только выше подняться, да, еще? А, да, ну... а, да, можно и туда выше подняться. А ты не разбиваешься? Я разбился. Ай-яй-яй. Ну тут чекпоинт, у нас тут чекпоинт появился. Все, теперь можно забрать. Да, нужно было до зелеварки долететь. А, мы только какого-то размера стали. Это я такого размера стал. Ты, видимо, там чекпоинт свой заюзал. Да, я задел чекпоинт. Так, я тогда к тебе ТПшный, чтобы... нет, ТРСР, ты украл мой секрет, ну ТРСР, да, друзья? А я ТПшнулся к тебе просто в этот момент. ТРСР, ну ты чё, ну секрет украл. Ну ладно. Так, следующий секрет ты даёшь мне, значит, который находишь. А смотри, тут дальше надо идти, юзай зельку и поднимайся. Погоди, я хочу кое-что здесь поискать еще. Здесь должен быть еще один секрет, я знаю это. Да он там есть, я его видел. Да? Я даже могу тебе сказать, где он, на фиолетовой стене. Да, там он тоже есть. Так, сейчас я отправлюсь на чекпоинт. У меня же есть ТП, это чекпоинт. Еще где-то здесь. О! Да, только тебе зельку нужно заюзать. Что-то почему-то через мой чекпоинт почему-то сметился. А, видимо, из-за того, что ты его задел, тот чекпоинт меня портнуло вниз. Ты будешь пытаться забирать вот секретку на стене? Там еще два чекпоинта, там еще вот один около этой зельварки. Ладно, пофиг, погнали дальше. Ну ладно. И вообще можно и без зельки было забрать, ты мог спрыгнуть просто и по шифту ее забрать. Это же розовая стена, по ней можно вот так подниматься. Там сначала зеленая была. Ну да, но ты можешь спрыгнуть сверху. Зеленая была? Ну ты же сверху-то можешь спрыгнуть, понял, и зацепиться за нее. Ну, на самом деле не уверен, что это получилось. Вот, да, вот смотри, вот. Видишь, я же зацепился. Так нет, там это вряд ли бы получилось. Почему? Нам опять нужно становиться большими. Так, но здесь нужно кнопку. Ух ты. Что случилось? Смотрим. Оп, о, слайм появился. Ничего себе, он какого размера огромного. Так, телепортируемся. А теперь маленькими опять становиться надо. Я думаю, что это связано с этим слаймом. Может быть, нужно попрыгать на нем? Он нас бьет. Ау, ничего себе, какой сильный. Он огромный, сразу он маленький. Сразу столько наносит урона. Да, он слишком так, большой. Так, тут опять зелье левитации. О, секретка. Драсэм, ты обещал мне одну оставить, которую ты убрал. Ну я тебе ту оставлял, ты ее решил не брать. Не-не, погоди, Драсэм, что это за фигня? То, чего? То я тоже видел. Там есть секрет. Не-не, который ты найдешь. Нет, я не буду брать. Драсэм, а вот все с тобой понятно. Так а что понятно? Почему ты не пошел все за той секреткой? Все понятно с ТРСР, все понятно. Сам заленился, главное все... идти за той секреткой. Нет, да там неудобная секретка. Ты на меня просто потнулся и забрал мою секретку, на которую я бежал. Эх, ТРСР, ты не бежал, ты летел. Неважно. Ну, да. Это было тоже несложно. Это была моя секретка, а там нужно было какие-то действия. Ой, все, да мастер секретку не получил, теперь обиделся. Да, конечно, секретка мне нужна была. Так, а что тут делать? Зачем тебе эти вообще секретки? Я могу вообще ни одной не брать, если тебе так нужны секретки. Нет, ты должен брать секретки. Ну вот, я взял, а ты обиделся на меня. Так, это странно работает. Кнопку эту мы нажимали, и появляется слайм, да? Да, ты уже стал большим. Ну, я на всякий случай превратился в большого, посмотреть, что тут такое. Мы отсюда пришли, нам в дырку надо как-то попасть. А, понял. Так. Сейчас я проверю. А, я понял, да, тоже, кажется. Я понял. Тарсер, смотри, куда нам нужно, смотри. А, не, я немного не так понял, но этот вариант тоже... Это, наверное, вариант как раз и нужный. Я просто думал, кстати, да, потом мы падаем на слайм, а слайм нас ударяет, и мы отпрыгиваем туда. Понял? Да, наверное, так. Ай-яй-яй, я shift отпустил, не надо было этого делать. Так, все, лезем. Вот здесь крипер. О, секретка, да, мастер, забирай. Видишь, тебе секретку еще одну дал. Да, ТРСР, смешная шутка. Так, ладно, я сейчас выше не буду забираться. Ой-ой-ой, ошибка, я не долетел.
ударил. Отлично, можешь тпшиться на меня. Я на... залез. Не, там еще было кое-что, мы с тобой не зачекали. Там был сундук, в нем, скорее всего, были какие-то вещи. Я это заметил, когда уже спрыгнул с этой штуки, поэтому там, возможно, есть какая-то информация, ну, типа документов каких-то. Да, ну типа собери, того. Собери, посмотри. Пока можешь дальше пройти, найди все секретки. Так, пойду искать секретки, чтобы демастер потом пришел и сказал, ой, это мои секретки были, ты их все забрал. Да, так и скажу. О, я уже нашел одну секретку, ладно, я ее оставлю. О, Entity 6 нашел, Entity 6. Потом демастер придет и скажет, я нашел секретку. As you may have seen, you have pressed to the button, slime has appeared. А, ну тут просто рассказывается, как пройти этот уровень. В любом случае, можно сказать, нашли подсказочку. Опаньки, я нашел элитры. Бумажные элитры, я тебе одни принесу. Так, и седьмую бумажку я нашел. Седьмую бумажку, что написано? Так, на седьмой бумажке написано, что один наш самый... ну, сильный фанат, самый большой фанат, думает открыть... Я нашел секретку. В лаборатории. Так, ну да, я тебе ее как раз оставил. На, бумажку можешь почитать. На, элитры еще тебе. Так, элитра для меня есть, да? Так. О, вот, да, мастер, еще одна секретка. Можешь идти ее забирать. Где, где, покажи. О. Так это надо на элитрах. Да нет, можно и так проползти. Только shift надо было нажимать. Я нажал, но, видимо, он не так работает. Не держался? Да. Седьмая, ты дал мне седьмую страницу, да? Он заложил ага. Thing Discovery. А, ну да, мне тоже почему-то не держало. Да, видимо, это не так оно работает, оно только снизу начинает работать. Хотя нет, нам на другую сторону надо еще как-то попасть. Да я знаю, так, как ты будешь секретку эту пытаться забирать или нет? Я знаю, как ее забрать. Хочешь, я тебе покажу как? Ну, попробуй. О, вот еще две бумажных элитр. Так, сейчас смотри, нужно вот сюда вот запрыгнуть. Эх, этот баг не срабатывает почему-то здесь. Нужно вот в это окошко вылететь. Так, ну да, у меня тоже. Может там просто барьеры? Может. Не-не-не, там я пытался туда пройти. Погоди, а почему мне не дается прыгучий здесь вот с этого? Потому что нужно на него встать, а не тереться об него. Ну, надо, короче, сверху прыгнуть и полететь, потому что отсюда ты в любом случае... Ну давай, попробуй. Видишь, ты не получается, нужно именно сверху полететь, понял? Сверху этого домика. Но наверх этого домика почему-то никак не попасть. Так, а знаешь, в чем дело? Может быть, попытаться снять просто элитры и проползти по-нормальному здесь? Не-не, не получится. Ладно. Он не, никак не лезет почему-то. Полетели дальше тогда? Полетели дальше, я уже вижу, куда. Ю-ху! Так. Паркурчик. Оп. Так, элитры, я думаю, можно снять, чтобы не отвлекали и не мешали. Оп. Мешают, не отвлекают, ТРСР. И здесь еще чекпоинты. Где чекпоинты? Да, чекпоинты. Ой, точно собрали. Надо тпшнуться на чекпоинт, то я упал. Удобная тема, на самом деле. С этими телепортами на чекпоинты. Все, я прошел. Я знаю, как забрать этот... Секретку? Да, пожалуй, заберу ее, наверное. Ну давай, если что, тпшнуться на меня просто. Забрал. У-у-у, так, отлично. А мне даже тпшнуться на тебя не нужно. Здесь все... Я здесь близко. Мне просто подняться наверх. И мы же чекпоинты новые забрали. Просто поднимаешься наверх и потом летишь дальше. Не, прикольная карта, мне нравится, как она сделана. Но я предлагаю ТРСР нам с тобой закончить. И продолжим уже в следующей серии, потому что мы и так очень много сделали в этой серии. Это получилась просто офигенная серия. Я прям не заметил, как время кончилось. Ну, прошло тут столько времени, вернее. Время кончилось. Вот, и у нас серия подошла к концу. Ну что ж, на этом все, дорогие друзья. С вами были ТРСР и Демастер. И пока ТРСР не видит, я заберу еще одну секретку. Вот. Я просто решил... Не бежать никуда, чтобы ты побегал, поискал секретки. Да, я так и подумал. Вот, ну что ж, на этом все. С вами были Демастер ТРСР. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео. На этом мы с вами прощаемся. Блин, литры мешаются. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки. Да, ребят, всем пока.